Всем привет, дорогие друзья! Сейчас я нахожусь в отпуске на озере Малорица. Вот такие вот красивые пейзажи я наблюдаю. Нас застал дождик, мы немножечко намокли, но успели плавать на сабе. Но я выхожу сейчас с этой записи и обращаюсь к вам с тем, чтобы напомнить, что у нас остается всего лишь 10 дней до окончания приема заявок в конкурс «Вылочное вдохновение». И что это значит? Это значит, что у вас осталось всего 10 дней для того, чтобы принять участие в этом конкурсе. Конкурс «Вылочное вдохновение» в этом году уже проходит 5-й раз. Есть номинации как для категории «Суперстарт», так и для мастеров валяния. Категория «Суперстарт» — это до 3 лет, и «Мастер года» — это свыше 3 лет опыта валяния. И я очень вам рекомендую принять участие в этом году. Во-первых, потому что этот конкурс в этом году очень немногочисленный, и, конечно же, кризисы, карантины здорово повлияли на ход конкурса и вообще на все, что происходит. А второе, то, что вот всем тем, кто говорит о том, что нет, я вот в следующем году приму участие, и рекомендую не откладывать на следующий год, а принять участие в этом, потому что пока что на следующий год мы видим другие планы, и конкурс, скорее всего, проводиться не будет. Безусловно, мы что-то будем создавать и придумывать, но, вероятнее всего, конкурс не «Вылочное вдохновение». Он в следующем году возьмет небольшой перерывчик, и, собственно, мы отдохнем, и вы от нас тоже отдохнете. Вот, поэтому я очень-очень рекомендую всем, кто размышляет или хочет отсидеться и на следующий год принять участие, не откладывать, а сделать это в этом году. Пока-пока.